Кинокомпания «Метро Голдвин Майер» представляет фильм Винсента Ньюмана «Преданные». В главных ролях Мелисса Джордж и Эдит Ферр. Это офицер 116653. Офицер 116653, Филипп Иди, сообщение об аварии. Седан старой модели, направляющийся на юг. Местоположение? Около 6 миль от Крестонской второстепенной дороги. Самый близкий супермаркет на 115-й миле. Похоже, что автомобиль сильно ударили сзади. По приближении я вижу серьезные повреждения на левой стороне. Отсутствует второй автомобиль, вероятно, скрылся с места аварии. Сколько пострадало? Проверяю на наличие жертв как раз. Композитор Дебора Ларри. Ожидание ответа, офицер 116653. Ожидание ответа. Сколько пострадало? Продюсер Винсент Ньюман. Автор сценария и режиссер Аманда Гусак. Никого нет. Твои ребра сломаны. Ты пробыла здесь несколько часов, без сознания. Где я? Где мой сын? Успокойся. Мне нужно узнать от тебя всего одну вещь. Где вы встречались со своим мужем в среду? Что? Не надо. Джемми, не надо. Кто-нибудь, помогите. Никто тебя здесь не слышит. Здесь очень шумно. Даже если кто-нибудь и услышит, они, скорее всего, работают на меня. Стекло плотное, оно не бьется. Мы сняли обувь и все твои украшения для твоей же безопасности. Твой палец слишком опух, чтобы снять обручальное кольцо. Джемми, я знаю, тебе больно. Мы вкололи тебе морфия. Через секунду ты перестанешь что-либо чувствовать.
Кто вы? Если ты действительно не знаешь, будет лучше, если я тебе не скажу. Где вы встречались со своим мужем в среду? Ты помнишь душ? Где вы встречались с Кевином в среду? В аэропорту. Кто-то врезался в нас. Заметь, мы следили за вами. Вы хотели оторваться. У тебя есть номер рейса? Нет. Где Майкл? Где мой сын? Мне жаль, Джейми. Я не могу сказать тебе без номера твоего рейса. Он жив? Он диабетик. Ему нужен инсулин. Мы поговорим утром. Стой. Ты едва можешь двигаться. Ты не в состоянии говорить. Если ты будешь сотрудничать, я скажу тебе, где Майкл. Что ты делаешь? Милое колечко. Вы знаете счастливчика? Нет. Не шевелись. Или корм для собак будет меньше, о чем ты будешь беспокоиться. Если ты хочешь пить, то есть пробоина в трубе позади тебя. Ты поможешь моему боссу завтра, и ты получишь больше, чем фотографии. Я не думаю, что она была вовлечена. Она кажется очень хрупкой. Если она ничего не знает, она все равно может нам помочь. Хотя те пленки единственные, что у нас есть. Мы опрашиваем коллегу Тейлор. Он скоро расколется. У нас есть 2 недели, пока приедут швейцарцы. Куча времени.
Фалко, мы прикрыты. Ты получила фотографии Майкла? Да. Мы вкалываем ему инсулин. Количество сахара в его крови стабильно. Откуда мне знать, что он еще жив? Джейми, если ты ответишь на мои вопросы, я обещаю, ты и Майкл выберетесь отсюда. Я хочу увидеть своего сына. После того, как ты начнешь говорить. Сейчас. Вы можете ехать домой уже через 10 минут. Все, что я хочу знать, это куда вы с Майклом летели, чтобы встретиться с Кевином в среду. Я уже сказала, мы не собирались. Что ты делаешь? Зачем вы ехали в аэропорт? Забрать Кевина, он прилетел из Детройта. Прекратите, пожалуйста, я скажу вам все, что угодно. Действительно не понимаешь, зачем мы притащили тебя сюда, да? Я уже сказала, что нет. Что вам нужно от моего мужа? Джейми, тебе будет сложно во все это поверить. Если ты хочешь выбраться отсюда, тебе лучше выслушать. Твой муж задолжал нам денег. Это все из-за долга? У нас нет денег. Почему вы думаете, я вожу автомобиль 10-летней давности? Кевин не тот, кем ты его считаешь. Он никогда не был в Детройте. О чем вы? Он работает на нас. Слушайте, я не знаю, кто вы, но вы ошиблись. Я замужем за Кевином уже 6 лет. Мы владеем рестораном. Мы взяли уже третий кредит, чтобы расплатиться по счетам. Я храню записи. Я все вижу. Вы ошиблись. Вы должны знать, что это невозможно. Кевин Тейлор. Родился 1 декабря 1973 года. Родители Вера и Артур. Домашний адрес: Филадельфия, Хизер-стрит, 263. Владелец дерьмового итальянского ресторана на Мейн-стрит, 55К. Подарил своему сыну-диабетику Майклу собаку на его 5-й день рождения. Трахает свою жену Джейми дважды в неделю. Разве это не похоже на твоего мужа? 2 дня назад главная сделка по продаже товара проходила в ресторане Кевина. Какого товара? Героина. Собиравшегося более 9 месяцев для продажи уважаемому покупателю. Сделка была организована моим боссом. Она включала наличные из 3 других фирм. Каждая фирма отправила своего человека на сделку. Кевин был нашим человеком. Мы нашли остальных с пробитыми головами в подвале Кевина. Счет покупателя был пуст. Теперь мы знаем, что Кевин перевел деньги на некоторые временные счета. Мы знаем, у него был партнер из другой фирмы. Мы поймали его перед тем, как он собрался убежать.
Теперь он не сможет выехать из страны, пока не найдет способ незаметно переместить деньги. Сколько вы думаете, он взял? 40 миллионов. Мне нужен этот счет, Джейми. Вы женаты? Нет. А если бы были, то что бы чувствовали, если какой-то больной мерзавец схватил жену и ребенка? Увидимся завтра. Мама! Мамочка! Где ты? Спасибо. Подождите. Мне нужна чистая одежда. Ты попала в аварию. Вы избивали меня, я не могла сопротивляться. Мы пустим тебя в душ, и я достану чистую одежду. Мама. Итак, ты старушка Тейлора. Я вернусь, как только ты закончишь.
Что ты делаешь? Ничего. Убирайся отсюда. Ты закончила? Да. Одевайся. Я не хочу, чтобы у тебя были проблемы с ним. Мамочка. Где ты? Где ты? Меня зовут Джейми Тейлор. Я на складе в Грифтоне, тут двое мужчин удерживают меня и, возможно, моего сына. Пожалуйста, помогите. Удобно? Запомни перед тем, как снова попытаешься сбежать. Эта пленка была записана не здесь. Я не говорил, что была. Я слышала там собаку. Ты думаешь, я идиотка? Вторая по успеваемости в своей группе в престижном университете с научной степенью в области компьютерных наук. Если тобой лучше бы занялись, ты, возможно, управляла бы сейчас компанией по программному обеспечению. Но ты решила выйти замуж, завести ребенка. Управляя счетами умирающего бизнеса, ты думаешь, ты глупая? Нет. Может быть, преданная, может быть, раскаявшаяся. Возможно, виновная. Где ты сделал эту запись? Какую запись? Вот эту? Эту? Мне нужно отойти, принять на работу нового повара. О, да? Что он готовит? Все, что захочешь. Твой дом прослушивался. Все, начиная от Майкла, который репетирует сценку для школы, и заканчивая Кевином, ноющим о своих долгах тебе. Оплачивание счетов, звонки. Вы прослушивали нас? Я прослушиваю всех служащих моего босса, чтобы убедиться, что они не скажут ничего, что федералы могут отследить. И как долго? Ты действительно хочешь знать? В сложившейся ситуации... Моего босса Фалка назначили 2 недели назад с банкиром из швейцарского учреждения. Банкир в стране только один раз в году, и он единственный, кто может отмыть 40 миллионов. Сейчас его учреждение держит наши активы за границей. Его только что информировали о том, что он под пристальным наблюдением. Моему боссу нужно, чтобы он вернулся как можно быстрее, чтобы защитить наши инвестиции. Зачем вы мне это рассказываете? Если 40 миллионов не будут здесь, когда приедет банкир, мы не сможем отмыть их, и мы будем вынуждены бросить деньги. Сейчас они не укладываются в 2 недели, как планировалось. Они прибудут в течение 12 часов. Я уже сказала, что я ничего не знаю. Ты можешь знать больше, чем ты думаешь. Кевин знал, что его записывают. Это часть работы. Когда он разговаривал с нами, он говорил шифром. Оставить место будет мамин дом или ресторан. Если бы он не смог, он бы сказал «Майкл болен». Никогда не учитывал возможности, что он может использовать другой код с кем-то еще. Ты знаешь вашу жизнь с Кевином? Свидание, время, назначение.
Прослушай записи. Если что-то прозвучит странно, непоследовательно, дай мне знать. Почему ты думаешь, что он говорил об этом в нашем доме? Он знал, что вызывает у нас наименьшее подозрение именно там. Мы должны изучить каждую возможность. Ты находишь деньги, и я отпускаю тебя и Майкла. Просто так? После всего, что ты рассказал мне? Джейми, пойми, моя работа — быть осторожным. Каждое имя, которое я упоминаю, каждая деталь и все, что я позволяю понять тебе, это все для твоей же защиты. Ты не услышал ничего, что не должна услышать, и мы уйдем на дно и спрячемся перед тем, как кто-либо сможет нас найти. Ты просишь меня убить моего собственного мужа. Неважно, веришь ты мне или нет, это жизнь либо твоего мужа, либо Майкла. Я даже не знаю, жив ли еще Майкл. Ред, приведи мальчишку. Майкл. Мамочка. Все хорошо, детка. Не трогайте его. Ты либо спасаешь его, либо убиваешь своего собственного сына. Все настолько серьезно, насколько выглядит. Я убью тебя. Подними ей голову. Что ты собираешься делать? Ты собираешься убить меня? А? Что ты будешь делать, Джейми? Я помогу тебе. Я помогу тебе. Только не трогайте его. Выведи его отсюда. Мамочка! Все хорошо, малыш. Эти записи гораздо важнее, чем воздух, которым ты дышишь. Они единственная причина, по которой ты и Майкл живы. Теперь, когда ты услышишь, что телефон звонит дважды на пленке, пропускай. Так с Кевином связывались мы. Не трать свое время с ними. Ты просто выясняешь, как Кевин связывался с другим партнером. Завтра в 15:00. У тебя 12 часов. Ах да, Джейми, мы наблюдаем за тобой. Мы можем видеть тебя из любой комнаты на складе. 12 часов, Джейми. Ребята, будете в порядке, пока я буду в Детройте неделю. Я думаю, мы сможем избежать неприятностей. Я позвоню тебе сегодня. Хорошо. Эй, пока, приятель. Ну-ка, поцелуйчик. Пока, чемпион. Мистер Хейдер? Похоже, Ред выбил вам несколько зубов. Я могу отвезти вас. У твоего партнера 40 миллионов, вы вместе украли их у Фалка. И ты отведешь меня. Скажи мне, где деньги, и я сохраню тебе челюсть для зубных протезов. Я знаю людей Фалка.
Я никогда не слышал твоего голоса. Ты хочешь снять маску и показать мне свое лицо? Хейдер, если ты увидишь мое лицо, это будет последняя вещь, которую ты видел. Алик, я слышал тебя. Боже. Слушай, я не знаю, где Тейлор. Я не знаю. Все понятно, мистер Хейдер. Ред поможет вам вспомнить. Чем ты занимался в школе вчера? Правописанием. Что-то не так, у меня плохо получается. Майки, ты самый умный ребенок, которого я знаю. Почему ты не поешь мою любимую песню? Ту, которую ты сочинил в детском саду. 2, 3, я и ты, 4, 5, и 29, и 66, всегда 43, и мы... Круто. Мы с твоей мамой думаем подарить собаку тебе на день рождения, но никаких обещаний. Он еще не весь красный? Изюмчик? Я не изюмчик. Ты самый вкусный маленький изюмчик. Я люблю тебя. Приходили по поводу возобновления аренды ресторана. Они подняли оплату до 8 тысяч. О, боже. Хорошо, я перезвоню им. У тебя выходной сегодня? Всего 5 минут. Позвонишь в понедельник? Алик, я клянусь, это правда. Мы встретились там, чтобы переместить деньги со счета. Ред, пригляди-ка за ним, мы еще не закончили. Что по поводу жены Тейлора? Убедись, что она прослушивает записи. Мы должны получить информацию хотя бы от одного из них. И Ред? Не заходи, понял. Пап, помоги мне построить домик. Я уложу его. Спасибо, милый. Ты заходил в магазин? Да, но нам нужны бумажные полотенца. Хорошо, я вернусь и захвачу парочку. Нет, мам, не щекоти меня. Папе придется уехать. Голоден? Нет, я не хочу. Все в порядке, парень. Мы отпустим вас. Ты должен поесть хоть что-нибудь. Да, вот так, парень. Все будет хорошо. Ред. Я видел, ты наблюдал за женой Тейлора в камеру. Я должен приглядывать за ней. Ты не это делал. Да что с тобой? Ты никогда не был таким. Что, тебе не нравятся милые девочки? Заткнись. Если Алик узнает, а кто ему скажет? Эй, ты знаешь, через что прошел Алик? Ему не нужно напоминать, что случилось с его женой и ребенком. Так что прекрати так вздыхать рядом с женой Тейлора. Фалка, нужно, чтобы Алик сосредоточился, чтобы достать деньги. Если наличных не будет здесь через 9 часов, мы все покойники. Дерьмо. Алик, я не лгал. Послушай, послушай, денег здесь нет. Тейлор обманул и меня тоже. Слушай, я знаю, у вас была семья. Прекрати. У меня тоже была семья.
У меня была жена и дети, отпусти его. Прошу, пожалуйста, не забирайте отца у моих детей. Посмотри, Хейдер. О, черт. Майкл был у врача вчера, у него новая реакция на инсулин. Мы должны обновить его медицинский браслет. Бог запрещает мне обращать на это внимание и совершать ошибки. Нашла что-нибудь? Что насчет собаки для Майка? У нашего соседа Лэба есть щенки. Хорошо, если у него будет щенок. Он научит его верности и ответственности. Нужны батарейки? Заметила? Мы должны обновить его медицинский браслет. Нет, не заметила. Бог запрещает не обращать на это внимание. Ты как, больно? Все в порядке. Ты понятия не имеешь, что за люди приходят сюда. Кстати, я же сказал, мы наблюдаем за тобой. У нас 9 часов. Я по-прежнему не думаю, что ты веришь мне. Кевин не безобидный предприниматель. Он убивает людей. Есть причина, которая тебе неизвестна. Семьи — это часть работы, они — связь с внешним миром. Мы притворяемся мужьями, отцами. Мы учимся лгать, и Кевин был лучшим. Мы были друзьями перед тем, как родился Майкл. Я доверял ему даже слишком. Это было записано на вашей годовщине. Извините за беспокойство, я живу на этой же улице. Почтальон оставил вашу посылку на нашем крыльце. Особая доставка, да? Да, спасибо. Я знаю, где спит Майкл. Черт. Тебе бы лучше надеяться, что Кевин смывал кровь со своих рук перед тем, как он прикасался к тебе. Единственная реальная вещь, которая у тебя есть, в соседней комнате. Ты все еще можешь спасти его. Все травмы Майкла получены в аварии. Мы его не трогали. Где ты был сегодня? Я был на винном заводе Гарольда, прихватил немного каберне. Проверяешь меня? А стоит? Возможно. А может и не стоит. Что это? 21 июля.
Ты думаешь, я забыл о нашей 6-й годовщине? Ты сказал, что мы не будем тратить деньги. О, Боже. Ты столько работаешь. Ты беспокоишься о счетах, заботишься о Майкле. Позволь мне это взять на себя. Оно прекрасно. Никогда не видел ничего более прекрасного. С днем рождения, Майкл. Майк, хватит дуть свисток. Почему он не работает? Потому что этот свисток для собак. Люди не слышат эти частоты. Два и три, я и ты. Четыре и пять. 60 человек. Дэвид, если ты хочешь работу, ты должен делать крупе. У нас 60 человек, вот инструкция. Дэвид, если ты хочешь работу, ты должен делать крупе. У нас 60 человек, вот инструкция. Собачий свисток. Эй! Я нашла кое-что. Давай. Может быть, помехи? Нет, он общался с ним через свисток для собаки. Ищи еще. Зачем? Если это их сигнал, то мне нужен еще один, чтобы сравнить. Я не могу понять их код без образца. Слушай, ты находишь еще, я привожу Майкла. Он новичок. Он здесь, вероятно, из-за фейерверка. Оставайся с ней, понял, босс. Чем могу быть вам полезен, офицер? Вы не против, если я войду? Хотите что-нибудь выпить? Кофе, чай? Нет, спасибо. Поступил звонок о каком-то шуме около доков. Вы слышали его? Каждую ночь, всю неделю, дети запускают ракеты из бутылок. Вы видели их лица? Да, я описал их кому-то, кто приходил несколько дней назад. Белые, молодые, парочка скейтов. Что за... Что вы там держите? Ничего особенного. Мы только что подписали арендный договор. Этот склад для бизнеса, ручки, бумага, кабинеты. Это второй наш склад, мы все еще переезжаем. Не будете возражать, если я осмотрюсь? Можно спросить, зачем? Много места. На всякий случай, вдруг дети случайно попали сюда. Черт. Сэр, я могу уверить вас, это место сильнее охраняется, чем девственность при коммунизме. Да ладно. Но если я что-нибудь замечу, я позвоню вам. Слушайте, не хочу показаться грубым. Я съел столько китайской еды, что мой живот начинает мне мстить. Если вы хотите прийти завтра, я смогу вызвать своего босса. Это не обязательно, просто позвоните нам, если увидите их снова. Конечно.
Неплохая попытка. Хорошо, берегите себя. Алик, Алик. Чейз, найди взломщика. Позволь рассказать тебе кое-что о спасении. Тридцать лет назад отец Фалко вел дела в небольшом городе в Греции. Он был хорошим человеком, заботился о людях, был преданным. Никто не смел его трогать. И в один прекрасный день какой-то подонок влез к ним в дом, украл все драгоценности и поджег дом. Отец Фалко, мать и брат были сожжены дотла. Фалко выбрался и остался жив. Жил на улице, шарил по чужим карманам. В конце концов выследил этого мерзавца, который убил его семью, и перерезал ему горло перочинным ножом. Фалко было 12 лет. И я рассказываю это тебе, потому что никого больше не встречал с таким сильным инстинктом выживания. Я никогда не видел страха на лице Фалко. Я не думаю, что Фалко чувствовал его после того дня вообще. Я надеюсь, что у тебя инстинкт спасения Майкла гораздо сильнее, чем спасение себя. Это касается только тебя и меня. Ты водила его в больницу, спасала его жизнь много раз, приводя в норму сахар в его крови. Ты в курсе степени опасности слишком большого количества глюкозы в его крови? Это половина нормы инсулина. Это будет снижать количество сахара в течение 3 часов. А это... полная доза, которая убьет его. Сукин ты сын! У тебя есть 2 минуты, пока я вкалю ему инсулин. И 3 минуты до его смерти. Скажи мне, где деньги, и я вкалю ему глюкозу. Я уже сказала все о записи. Я сказала о свистке для собак. А я сказал, что у тебя мало времени. Хорошо. Отведи его к 5-му доку, чтобы сбросить тело. Есть ячейка в банке. Кевин открыл ее 3 года назад. Если у него есть другой счет... Где? Трентон. Дилан Банк. Перекресток Пламер и Мейн 635. Час езды отсюда. Видишь, как все просто? Не оставляйте его здесь.
Кто-то должен следить за количеством сахара в его крови. Тебя не будет 2 часа. Если ты дал ему не ту дозу, он может умереть, пока ты вернешься. Ты должна была думать раньше. Рэд, нужно, чтобы кто-нибудь наблюдал за ним. Если ты приведешь его, я сделаю все, что захочешь. Ты не стоишь того, чтобы умирать. Ты уверен? Я знаю, ты наблюдал. Ты понятия не имеешь, что я могу сделать. Тебе лучше надеяться, что он найдет что-нибудь. Рэд! Рэд! Твою мать! Пять пинт бренди, сахар, 2 чайные ложки. Найди ручку, Ким. Что он несет? Виноград и корица, смешай. Пять свистков. Каждая пятая буква. Перекресток Фёрст и Пен, 6 часов вечера. Мы не можем позволить еще один заем. Все будет в порядке. Анонимная сделка. Проект Коди. Нужен партнер для исполнения. 4 миллиона из Громвель банка. Проект Коди удался. В основном. 40 миллионов, как и запланировано. Подбросить Фалка 17 февраля. После этого встретимся в Беккет-мотеле. После этого встретимся в Беккет-мотеле. Он перестал отвечать мне. Малыш, открой! Что происходит? Подержи его руку. Держи руку. Давай, детка. Давай, детка. Мамочка. Да. Я хочу домой. Уже скоро. Прими душ. Я вернусь через 10 минут. А что насчет камеры? Здесь некому наблюдать.
Ты готова? Да. Ты плохо выглядишь. Я в порядке. Что-нибудь устроишь? Я перережу тебе глотку. Я в порядке. Я в порядке. Давай. Без проблем. Открывай дверь. Стреляй. Ты мне задолжала. Не смотри. Ванну его. Она дальше по коридору. Релиз подготовлен специально для сайта www.hitfilms.ru. Что с записями? Я кормлю тебя. Забочусь о Майкле. Этой ячейки не было там. Я должна была выяснить кое-что. Беккет мотель. Вот где Кевин встречается с Хейдером. Хейдер сказал нам это. Я надеялся, что он врал. Это бы значило, что есть еще что-то, что ты можешь обнаружить на этих пленках. Кевин давал указания и ему. Эти записи бесполезны. Все, что он закодировал, ложь. Фалко подозревал Кевина перед сделкой. Рассказал мне. Я думал, что он чист. Это было и моей ошибкой тоже. Ты мог отпустить нас? Ты мог сбежать? Когда он встретил тебя, Кевин сказал, что ты идеально. Идеальная жена, идеальное прикрытие. Идеальная преданность. Он не заслуживал тебя. Твоя жена. Она бы хотела, чтобы ты этим занимался. Ее нет. Моя сестра Меган, она крестная Майкла. Ты знаешь, где она живет. Отвези его туда, пожалуйста. Прошу. Один из наших чистильщиков сказал, что Тейлор пытался связаться с ним. Он достал номер счета? Тейлор боится. Он в городе пытается переместить деньги. К-
Ты не можешь спасти его, но ты сможешь послушать его голос. Мне нравится играть Явой. Мы с мамой думаем подарить тебе собаку на день рождения. Где медицинский браслет Майкла? Я выбросила его. Мы должны обновить его. Бог запрещает не обращать на это внимания и совершать ошибки. Вы, ребята, справитесь неделю без меня? Я думаю, мы сможем избежать неприятностей. Я думаю, я знаю, где номер счета. Проверь браслет Майкла. Я знаю, я покойница. Я надеюсь, вы получите деньги и отпустите его. Дай мне слово. Обещаю. В нашем компьютере есть программа, которая сохраняет в течение 60 дней сайты и IP-адреса, которые посещались. Подельники всегда связывались у нас дома. Если ты не отключал ее... Нет. Если это номер счета, и Кевин получал доступ через интернет, я смогу найти его здесь. Здесь. Черт. У нас есть 7 минут, пока сервер банка не упадет. Если мы не получим деньги сейчас, то придется ждать еще 12 часов. Торопись. Палка приедет через 2 часа. Попробуй справа налево. Кевин поменял браслет перед тем, как уехал. Этот номер, возможно, бесполезен. Погоди-ка. Эти компании, они хранят все записи. Да, здравствуйте. Мне нужен регистрационный номер. Майкл Тейлор. Я его отец. Социальная страховка 493-00-3154. Фамилия матери Браун. Ну что? У вас он есть? 6683-8689-0874. Хорошо, спасибо. Работает. Пароль. Имя Майкла. Попробуй ресторан. У нас последняя попытка. Может быть, число? Ты самый умный ребенок. Спой мне свою любимую песню. 2 и 3, я и ты, 4, 5 и 2, 9. 66 всегда 43 и мы. 2, 3, 4, 5, 29, 66. Прошу. Тут 44 миллиона. 44? Странно. Проверь. Он открыл его в день, когда мы поженились. На мое имя. Я хочу, чтобы ты убил его. Без проблем. Куда перевести? Transfer Security. Счет 65090284А. Направляющий номер 54530-8940. У нас коп. Не работает. Почему? Это счет повышенной безопасности. Я не могу перевести деньги. Система не узнает направляющий номер. Нужна авторизация счета Кевина через ваш. Мне нужен логин и пароль. Ты хочешь это сделать или нет? Алек, открой ванну и завяжи глаза ребенку и приведи его сюда.
под стол. Слушай, ты переводишь деньги, Майкл остается в живых. Ты кричишь, привлекаешь внимание, сделка отменяется. Иди сюда, малыш. Что у вас, офицер? Офицер Джин нашел накладную на полу. Вы заплатили 2 дня назад за ремонт черного автомобиля, поврежденного спереди. Да, была ужасная буря в тот день. Что-то ударило в мою машину. На брошенной машине, зарегистрированной на Джимми Тейлор, была обнаружена черная краска сзади. Как это связано со мной? У нас ордер на обыск здания и транспортных средств. Нет, Майкл, посмотри на меня. Ты должен вести себя тихо. Ты понимаешь, ты должен помочь мне. Что это за запах? Это похоже на то, что я рассказывал вашему коллеге. Мне было плохо прошлым вечером. Вырвало перед тем, как я успел дойти до ванны. Что под столом? Бумага? Вытащите. Выведи их. Эй, убирайтесь отсюда сейчас же. Лучше бы вывести всех отсюда, не трогайте ничего. Что это, еще бумага? Да, бумага. Давай. Давай. Что там? Ванная? Не возражаете? Вообще-то, я настаиваю. Боб, ты здесь? Срань господня. Уходите. Не двигайтесь, поздно. Я молчала. Я верю. Спасибо, Джимми. Алик. Пошли, Майкл. Вы не сможете снять деньги без меня. Ты уже перевела их. Алек. Я сменила пароль.
Верни его. Убей нас. Это займет 24 часа, чтобы сбросить пароль без меня. А у тебя меньше двух до того, как приедет Фалко. Чего ты хочешь? Пусть они отвезут Майкла к моей сестре. Ни за что. Тогда мы все умрем. Что потом? Пусть его оставят неподалеку от 6-й улицы. Майкл сам дойдет оттуда. Когда он дойдет, он даст нам знать. Я позвоню Меган. Скажу, что я была похищена. Опишу Рэда. Это не сработает. Рэд похитил меня. Убил копов. Пытался изнасиловать меня, поэтому я выстрелила. Полиция будет думать, что я нашла способ выбраться. К тому времени, как они найдут мой труп, тебя здесь уже не будет. Майкл все еще свидетель. Майкл, иди сюда. Майкл, я знаю, что ты видел, но ты не можешь это никому рассказывать. Если ты кому-нибудь расскажешь, они навредят мне. Я должна задержаться здесь. Я не знаю, насколько, но если ты будешь молчать, я вернусь скоро. Хорошо? Хорошо. Я люблю тебя. Хороший мальчик. Чейз, подожди. Перед тем, как ты уедешь, залезь в полицейскую машину. Скажи по радио номер значка, скажи, Грифтон проверен. И что ты двигаешься дальше в другое место. Потом сбрось машину в воду. Потом вернись и убери эту свинью. Действуй. Ты уладишь это, или я убью их обоих? Я знаю. Меган, слушай, у меня всего секунда. Слушай, кто-то схватил меня и Майкла. Слава Богу. Я не знаю, какой-то склад. Какой-то парень. Белый. Рост 1.65 м. Сережки. Ирокез и шрам над бровью. Меган, послушай. Если со мной что-нибудь случится, не рассказывай Майклу. Обещай мне, что ты ничего ему не скажешь. Скажи, что я в порядке. Обещай мне. Я не могу связаться с ним. Слушай, мне пора, кто-то идет. Эй, отпусти его. Возвращайся как можно скорее. Мэри была твоей женой? Ты ее тоже убил? Твой муж убил. Он и Хейдер. Они изнасиловали мою жену, убили моего ребенка. Порезали их на кусочки.
Зачем? Я не знаю. Нет, как и ты, она была... Она сначала была прикрытием, она никогда не знала, чем я занимаюсь. Она и мой сын Коди. Они были моей жизнью. Твоего сына звали Коди? Я слышала это имя на пленке, в сообщении Хейдеру. Проект Коди, 4 миллиона. О чем ты? Были там другие имена, названия? Банк. Бромвиль Банк. Там было Project Коди, 4 миллиона. Бромвиль Банк. Вот откуда еще 4 миллиона. Кто-то нанял, чтобы убить ее. Фалка приехал. Девять один один, служба спасения. Да, я на складе Грифтон, мне нужна помощь. Алло, вы слышите меня? Деньги у нас. Мисс Тейлор внутри. Миссис Тейлор, я слышала, вы привлекательная. У Кевина всегда был вкус. Некоторые из его женщин были слишком обычные, как мне кажется, а вы милы. Дай мне посмотреть. Очень хорошо. Это займет несколько минут. Где Майкл? Он у ее сестры. Ты же знаешь, что это не спасет его. Кевин предал нас, он должен заплатить. Мы собирались развестись. Теперь я понимаю, почему ты понравилась Алику. Мой сын ничего не скажет. И ты веришь в это? Я дал ей слово. Слово Алика значит для меня все. Он всегда был преданным. Позволь рассказать тебе кое-что. Эта жизнь, даже лучик такой жизни, меняет людей. Я уверена, пока ты здесь была, скажу проще, ты не можешь вернуться домой. Если мы оставим его в живых, у Майкла всегда будет два лица, выжженных в его памяти. Твое и Алика.
Твое со временем будет стираться. Майкл будет сопротивляться. Он будет ненавидеть себя за то, что забывает тебя. Вот так память вызывает боль. Лицо Алика. Он не забудет никогда. Твой мальчик будет видеть его каждый раз, когда будет закрывать глаза. И в юности, если Майкл решит выдавить из сознания Алика, потому что это все, о чем он может думать, он по-прежнему будет желать, чтобы его убили на том проклятом полу, когда он был мальчиком. Майкл потерян для жизни. А некоторые нет. А он потерян. И теперь ты. Только что ты убила свою сестру тоже. Давай, мы не знаем, прошел ли ее звонок. У тебя не будет тогда денег, если она умрет. Может, еще и занести ее в мою платежную ведомость? Проявляй уважение. Это будет не больно. $44 миллиона чистые и вернулись на счет Трансвиса. Хотите разделить их? Переведи 10 на мой офшорный счет. Хорошо. Дополнительные 4 оставь это Алику. А еще 30? Принадлежат партнерам, я разделю их позже. Отправь на мой закрытый счет. Бромвель Банк. Я не закончил. Почему ты убила их? Семьи — это только часть работы. Ты ведь не собирался привязываться. Я всегда был преданным. Ты все еще оплакиваешь их. Ты сказал мне, что Тейлор чист. Я предупреждаю тебя, Алик. Привязанность — причина ошибок. А как насчет твоих? Ты должна была убить меня. Джейми. Нет, нет, нет. Не трогай меня. Майкл сказал мне, где ты. Где он? Он в безопасности. Я знаю, кто ты. Что бы они тебе ни говорили, они лгали. У них есть наши записи. Джейми, послушай.
Я не поехал в Детройт, я был под защитой правительства. Я работаю на федералов. 8 месяцев назад он и его люди пришли в наш ресторан. Они хотели использовать его для поставок. Они предложили хорошие деньги, чтобы избавить нас от банкротства. Нет, нет, нет. Нет, ты врешь мне. Нет, нет. Да ты врешь мне. После нескольких месяцев я увидел героин. Я сказал, что хочу отказаться. Но он описал нашу спальню, школу Майкла, поставил мне нашу запись. Я пошел к федералам, но они сказали, что не могут посадить их из-за нескольких поставок героина. Они дали мне код, чтобы обойти жучки, и сказали подавать сигналы свистком для собак. Я слышал о 40 миллионах. Федералы, они перехватили их. Они перевели их на счет, который создал я. Но ведь ты не опустошил этот счет, да? Чтобы спасти Майкла. Они собираются дать нам новые имена, новые жизни, но им нужны эти деньги, чтобы посадить их. Ты должна помочь мне вернуть их. А что насчет семьи Алика? Они в безопасности. Его жена была напугана. Он врет. Не смей говорить с моей женой. Ты не думал ведь, что я пойду к федералам? Ты думал, что у меня кишка тонка? Он не может убить тебя без денег. Детка, ты должна верить мне. Прошу. Transwiss Securities. Да, это Кевин Тейлор. У меня есть информация. Transwiss Securities. Логин А6547. Логин А6547. Пароль. Коди. Коди. Да, да, я уверен. Хорошо. Счет, который ты открыл для федералов? Тот, на мое имя. Ты открыл этот счет в день нашей свадьбы, 6 лет назад. Да? Что-то не так с паролем, дорогой? Как долго ты работаешь на Фалко? Джейми. Заткнись. Ты самый большой лжец в этой комнате. Я надеюсь, они вырвут тебе язык перед тем, как убить. Майкл в машине. И ему будет больно. А теперь, детка, скажи пароль. Пошел к черту. Ты очень мило выглядишь с этой штукой. Действительно мило. Милая жена и мать. А как же Майкл? Что ты ему скажешь, когда он спросит, как умер его отец? Я скажу ему правду, которой у него никогда не было. Ты не обязана убивать меня. Все еще можно исправить.
Джейми, послушай. 30 миллионов остались на счету, принадлежащих другим фирмам. Ты должна найти их и вернуть деньги. Следующий в цепочке Дрейкен. Он знает, как распределить деньги. Не подключай федералов, они не смогут помочь. Или ты их найдешь, или они найдут тебя, как нашли мы. 4 миллиона заплаченных за жизнь моей семьи. Можешь взять их. Используй их, чтобы исчезнуть с Майклом. Ответ на звонок в 911. Миссис Тейлор? Вы в порядке? Вы знаете, что они хотели? Нет. Мне нужна скорая помощь на склад в Грифтоне. Жертве, женщине, необходим медицинский осмотр. Тут 5 трупов, один умирающий. Подкрепление уже выслано. Я люблю тебя. Пошли, детка, все хорошо. Алло? Мистер Дрейкен? Меня зовут Джейми Тейлор. Мы ждали вашего звонка. Хотите приехать? Нет. Мы сделаем, по-моему. У меня есть то, что вам нужно.